Райнерс выбивает мяч. Нойер. Ой, красавец какой! Эммануэль Нойер. Подача, удар. Штапи Кладина. По ней проскользнул мяч после удара Клаудио Писарро. Да, такого завершения представить себе, наверное, никто не мог. Что Нойер атакует на последних минутах. И не при стандартном положении, а с игры. Все. Флориан Майер дал свисток. Спустя 23 года Байер снова выигрывает в Мюнхене.